вообще без макияжа. Такого продукта на рынке нет. Почему они этого не делают? Сегодня этих границ больше нет. То есть я-то, конечно, люблю сразу. Намазал и пошел. И все, и роскошно. А бесполезно уже что-то скрывать. Всем приветики! Сегодня мы в Кыргина студио. У меня супер гости Тина Канделаки. Сегодня самая отважная, абсолютно true, вообще без макияжа, сияющая своей красивой ровной кожей здесь у нас в Кыргина студио. Тин, ну как смелости-то хватает перед камерой? Так легко, так уверенно садиться и вообще без макияжа. Я восхищаюсь. Спасибо тебе большое за такие как бы комплименты и авансы в начале. Но я тебе могу сказать, что бесполезно уже что-то скрывать. Ну, то есть, если ты по большому счету говоришь о том, что у тебя хорошая кожа, а я говорю про то, что у меня хорошая кожа, я пишу про это книги, у меня есть косметика, моя линейка косметики, то я должна быть готова к тому, что где бы я ни была, ты же понимаешь, люди подходят и снимают очень близко. А расскажи, как пришла вообще идея создать свою линию ухода, потому что, ну, антиэйдж — это очень сложная тема. Почему своя косметика? Я перепробовала, правда, все. Угу. Нет ничего уже, что меня может удивить, и там, боже, я этого не знаю. Где-то года 4-3 назад с Линдой впервые с моим партнером по спасалому Коперник стали говорить, а давай сделаем что-то свое, потому что были, знаешь, вот, ты же пользуешься этим, почему свое сделал? Я уверена, что все началось с того, что в одном продукте было одно, в другом продукте было другое, в третьем и было... И тебе не хватает... конкретного продукта, ты его начинаешь изобретать. Почему они этого не делают? Теперь я тебе могу сказать, почему они этого не делают. У них своя продуктовая стратегия. Uh-huh. Наверняка они хотят, чтобы ты покупала не один продукт, а как раз четыре. И каждый раз задавалась вопросом, почему эти четыре продукта нельзя объединить в один. А ты взяла и объединила, потому что у тебя стартап. А когда делается бизнес, и когда тебе разрабатывают консультанты финансовую модель, они тебе все измеряют и говорят, что вот это должно быть столько, вот здесь не надо перебарщивать, не надо здесь столько вот этот продукт вкладывать. А так как делалось-то, пачки для меня. У нас такой на заводе стоит стол, и мало того, что когда они выльют эти патчи, они их на стол вот так кладут, и вручную человек подходит, и вот так вот, значит, гиалуронку заливает. Я в маску говорю, лейте гиалуронку. Ты когда маску открываешь, ты же видел, а тут гиалуронка выливается. Просто, понимаешь? Все хотят одну нормальную смывку. И вот мы сделали одну нормальную смывку, которая как бы, да, там, с которой начался бренд and sell it. Ну, дальше за смывкой, естественно, последовала. Давай, давайте... начну сразу. Да, теперь давайте сделаем, соответственно, после смывки, которая все лицо очищала от мейкапа разом и через один продукт, давайте, соответственно, сделаем тоник. После тоника уже пошли остальные продукты. Первыми были кремы, а после кремов уже дальше мы развернулись по полной. Ну, то есть у нас сейчас 19 продуктов в линейке. Ого, уже много. Нашу косметику разрабатывала Валентина Ивановна Деменко. В мире косметики она очень известный человек. Она профессор, доктор биологических наук. У нее очень много интереснейших формул и интереснейших сочетаний. Помимо, например, специальной формулы, которая из нашей косметики, смысл которой в том, что она укорачивает морщину и уменьшает ее толщину. Валентина Ивановна еще не побоялась совершить революцию, и в патче, если ты обратил внимание, мы добавили янтарь. Оказалось, что у янтаря плюс к этой формуле есть особенность отшелушивать вот этот вот верхний слой. Я, знаешь, смешно, я когда сама крашусь, я очень люблю вот эти вот все preparations. То есть, ну, то, что надо вначале, там, понятно, под глаза вот этот вот, ну, как это у вас, консилер, да? Да. Нет, до консилера что должно быть? Ну, праймер, да, может. Да, праймер, да, пока праймер, а потом консилер. То есть я-то, конечно, люблю сразу, намазал и пошел. Но на самом деле сейчас уже так правильно. Декоративная косметика вся, по сути, сейчас, ну, там, да, в перспективе делится. Все, что первое на кожу, все... уход. Угу. Уход с цветом. То есть, вот объясни мне, вот праймер, консилер, это все типа предохраняет якобы от декора или что, или чтобы декор лучше ложился? Это просто, чтобы лучше ложилось и чтобы естественнее выглядело. И опять же, история про то, что увлажнений много не бывает, СПФ не лишний, там еще какие-то витаминки, полезные вещества не лишние. То есть, если можно донасытить тональное средство уходом, то сейчас это сделают, потому что раньше этого невозможно было делать, он расслаивался. То есть, да, это компоненты, ну, которые начинали спорить раньше друг с другом. Уже говоришь, штукатурка, поэтому так оно все. Слушай, а как ты относишься к увлажнению? Вот я знаю, что люблю. Я накрашусь, например, там с утра, и куда-то вечером идешь, и все равно такой, знаешь, макияж уже уставший. Да, это само собой, это правда. Тобой очень приятно заливаться. Почему? Потому что не растекается макияж. Да, вот. И он, ну, потому что это фиксатор еще, то есть у него фиксирующие свойства, там полисахариды, которые фиксируют, тоже как сеточки так держат макияж. Очень, вот прям hugely recommended. Я очень прям это рекомендую, мне очень нравится.
потому что, правда, и, ну, как бы не растекается, теперь я понимаю, почему, и увлажняет очень хорошо. То есть у меня вот день, например, там, с утра накрасился, 3-4 часа прошло, мне кажется, я вот люблю увлажняться, я всегда это делаю. Взяла, достала баночку, увлажнилась, как будто все свежее, пошла дальше. Ну и вечером, конечно, потому что, ну, устаешь, опять-таки, взад-вперед, разная температура в помещениях. И как раз очень хорошо помогает, прям очень довольна. И поправлять, кстати, классно макияж, потому что он такую, ну, пленочку увлажняющую создает. Да. И очень легко тон поправлять, потому что в течение дня тон поправлять сложно, если ты уже припудрила лицо. Да нет, это все пятнами, если ты не профессиональный стилист, это все в итоге идет пятнами. Что касаемо воды, потому что у меня воды очень много было, разной, я все время ее тестирую. Вот как увлажнитель и как фиксатор макияжа, я считаю, что это один из лучших продуктов в мире. Потому что у меня много таких продуктов, я много чего смотрю. А ты делала его почему? Как раз у тебя тоже был какой-то запрос на то, что не хватало? Да, я сама фанат воды, сама фанат спреев, и мне всегда не хватало. Они либо слишком увлажняют, растворяют макияж, он плывет, либо они называются фиксаторами, но они ничего не фиксируют. И там нет ни единого фиксирующего компонента, то есть физически он зафиксировать никак не может, кроме там просто увлажнить слои декоративной косметики. И я его делала, ну, как и, собственно, все продукты, во многом для себя, то есть из своих каких-то таких эгоистичных абсолютно мотивов, потому что я понимала, что такого продукта на рынке нет. У тебя очень правильная емкость, и она очень удобная в носке. Она еще плотно закрывается, и очень мне, что важно было, 100 мл, из-за того, что она... Не можно... В самолет. Расскажи, вот, ну, типа, как пришла вообще идея интегрировать янтарь еще раз, и почему именно он, почему не... Не гранит. А янтарь – это как бы камень, который может очень как бы правильно стимулировать процесс работы кожи над собой. Влага же идет, она, ты понимаешь, выделяется изнутри, а не, собственно говоря, сверху проходит. Если бы все так проходило, кожа – самый огромный орган. То мы просто ходили как пылесосы и собирали все на свете. Я говорю, вот, а что бы вот заставить, чтобы кожа работала? Она говорит, это янтарь. И тогда вот как бы начали тесты с янтарем, с количеством янтаря, с размером крошки. Получили идеальное сочетание. Пачки, конечно, порвали все. Ну, то, что называется локомотив. Вот этот продукт стал, конечно же, локомотивом в нашем бизнесе, и на нас обратили внимание мгновенно. Расскажи про твой макияж, может быть, ежедневный, или, может быть, макияж для особого случая, потому что я вижу, что ты экспериментируешь, что ты пробуешь. Я люблю, да, мне нравится. Ну, например, смотри, у меня будут периоды, когда я влюбляюсь в ту или иную косметику и на ней начинаю плотно сидеть. Что я делаю? Первое, естественно, я очень хорошо очищаю кожу. А дальше я очищаю кожу тоником. Дальше, ну вот как ты мне сделала крем дневной с капелькой масла. Я, ну, в основном, если вот такая погода, я пользуюсь только своим кремом. Дневное увлажнение у нас отличное. Если же солнце, у нас есть SPF 30. Но так как я смуглая, мне даже SPF 30 недостаточно все-таки. И я очень люблю, например, в той же ёмке есть SPF 50. Причем у них есть SPF 50 с мерцанием. Иногда бывает, что я больше ничего не делаю, если ярко светит солнце. Если же такого солнца нету, то, соответственно, вот после того, как я сделала уходовую часть, я перехожу к декоративной части. Глаза. Я начинаю мейкап с глаз, праймер, консилер, тени. Сейчас я пользуюсь в основном Шарлоттой Тильбери и Том Фордом. Вот у меня две любимые палетки. И еще мне дочка Мелания подарила какую-то суперкрутую палетку Huda Beauty. Huda Beauty, да, вот эту палетку она мне подарила, то есть я в нее теперь тоже играюсь. Много очень покупаю у разных производителей тушь. Люблю тушь разную, люблю экспериментировать. Бенефит очень приличный, мне она очень подходит, то есть мне не нужно... У них классно. Я вот очень ищу всегда тушь, которая не ложится комками, не вот это делает бархатный праздник, а который все-таки вот как-то... Ну, просто нужна удлиняющая тогда. Да, вот, удлиняющая. Вот, а что рекомендуешь, кстати? Что, ну, вот, кстати, вот эта Benefit, она удлиняющая. Ну, у Clarins есть очень классная удлиняющая. А Clarins не пробовала. Классное удлинение есть, такое вот прям четкое разделение без лишнего пудрового объема у Bobbi Brown. Мне очень нравится сейчас, тоже научилась глядя, как меня красят, когда вот эти спонжики, знаешь, которые маленькие, вот ими, соответственно, наносишь что? Т-зону чуть-чуть привела в порядок, если то, если надо, а дальше пудры прям. И ты знаешь, могу кисточкой наносить, а могу спонжиком пудру. Я еще люблю пудру спонжиком наносить. Да, она такая поплотнее, получается, как сухой тон. Да, абсолютно верно. Потом если спреем увлажняешь, получается такая... Да.
Именно так. Потом я, до этого у меня такая база лежит уходовая со своим кремом, с маслом, поэтому оно и ложится как такой сухой тон. Сверху потом я вот тобой обливаюсь, обшикиваюсь, обливаюсь, и все, и роскошно. Ну и губы. Вот помады обожаю, у меня очень много ярких оттенков, я все эти яркие оттенки, я за ними слежу, где что появляется. Сейчас мне очень нравится у Givenchy такой продукт, такая круглая штучка на скулы и на губы, розовый, это очень приятный розовый цвет. Такой с голубым сочетанием, такая красотка. Такие красивые 90-е, дорогие, так, богатые. Ну и осталось что? Салфетки, потому что ими я активно пользуюсь, у меня увлажненная кожа, быстро появляется вот этот жирный блеск. В голубой упаковке какие-то салфетки? В голубой, у Шисейда. Шисейда все, да. Да-да-да, Шисейда, такие, да, самые знаменитые. Да. А ты часто услугами визажистов пользуешься, я смотрю. То есть такое чувство, что ты приходишь с утра в салон, значит, сдаешь лицо, голову, и тебя каждый, абсолютно каждый день делают мейк и укладку. Нет? Нет, нет, только перед съемками. Я в любом случае публичная женщина, я известная женщина. И тут надо понимать, что есть ряд активностей, в которых люди тебя видят. И если ты хочешь по-прежнему быть публичным, если не хочешь, нет проблем. Но если хочешь, есть уровень, которому нельзя не соответствовать. Внешность всегда была частью моей капитализации. Но странно будет, если я сэкономлю на прическе и на мейкапе. Поэтому меня это всегда поражает. Вот ты смотришь на западных звезд, почему у нас этой индустрии до сих пор нет. Вот там эта индустрия. Не то, что всем надо ходить накрашенными, как Кардашьян. Но если вы публичные люди, если вы продаете эту публичность, если вы капитализируете эту публичность, то вам надо вкладывать в себя. Это вопрос просто тупо расходов. Надо на этом экономить. Я очень хорошо вижу, когда там человек старается, он одержим, он влюблен в свой бренд. Все равно, я же тебе говорю, вот, что бы там ни было, это круто. То есть, почему мне, вот я тогда схватила это прикольно, особенно вот эти вот сундучки для них, которые ты сделал. Да, следующий итерация у нас все то же самое было. Мы же тоже очень работали над дозатором, а как это выдавливается, а весь этот UX, как-то, чтобы было удобно, чтобы не было там замечаний. Есть куда двигаться, но идея прикольная. Эта штука, я не знаю, сколько у тебя это, ты младше меня намного, но эта штука, я помню, я была маленькая, и грузинские врачи, кто ездили, ну, в Тбилиси, ребята, кто ездили в Алжир работать, когда они приезжали из Алжира, они привозили мелки. Эти мелки были просто, ты не понимаешь, мелки и ластики. И вот в этих мелках они были точно вот таких, в такой цветовой гамме, и они были просто, ну, у тебя тюбик, а у них вот эта вот упаковка вот именно вот так сделана, она была вот здесь на середине. И сверху и снизу был виден цвет мелка. Да. И когда я вот на это все смотрю, у меня 20 каким-то пятым кадром вот это вот, я к соседу приходила, и трогать никто не давал, я вот так вот смотрела на мелки. Какие мелки существуют в мире? Ну и это у многих ассоциация с красками. Сразу ты в детство куда-то, ты там сразу хочешь какого-то творчества. Это очень тебя сподвигает на эксперименты в макияже, потому что помада в классическом понимании помада или тени в классическом их понимании не всегда тебя мотивируют на то, чтобы поэкспериментировать. А здесь ты понимаешь, это краски, которые смываются, ты можешь там попробовать сегодня синюю стрелку, завтра зеленую, и, ну, как каждый день просто меняться. И вот в этом как раз-таки есть этот концепт, поэтому они упакованы как раз. У тебя очень прикольная история, то есть с ней можно работать. Ты понимаешь, да, что вообще нет потолка. Да. То есть, условно, я сейчас не говорю тебе комплимент. Если ты будешь верить в то, что твоя косметика будет номер один в мире, и ты войдешь в топ-10 брендов, ты войдешь в топ-10 брендов. Это все в нашей голове. Сегодня этих границ больше нет. То есть, когда вот там кто-то удивляется, говорит, о, они в Harrods стали. Нет проблем стать в Harrods. Это вопрос вашего желания, вашей воли, вашей выдержки и вопрос вашего профессионализма. Людей, которых вы нанимаете, стратегию, в которую вы в первую очередь верите, и ваше эмоциональное вложение в то, что происходит. Каждый раз, когда смотришь на твою косметику, вспоминаешь себя в детстве. И мне очень приятно, что мы придумали такую совместную акцию. У нас будет большой конкурс. Будет много подарков, шикарные, роскошные, большие подарки. От Encelogy, от Krigna Cosmetics. И самое еще клевое. Самое клевое то, что мы обменялись книгами. То есть вы в подарок, например, будете получать мою косметику, но книгу Крыгиной. И наоборот. Если вы выигрываете набор Krigna Cosmetics, то у вас книга про лицо, все про кожу от Тины Канделаки. Тина, спасибо большое, что забежала ко мне на макияж. Огромное. Отлично поболтали. Спасибо тебе большое.